Приветствую всех, всех друзей, подписчиков и гостей моего канала и всех, кто смотрит это видео. С весной вас, во-первых, наконец-то с теплом, хоть и зима в этом году была у нас очень теплая, но все равно вас с весной, с теплом, с любовью, с радостью, пусть весна принесет много новых возможностей и счастливых, радостных дней. В этом видео я хочу вас познакомить со своими работами по мотивам Гапчинской. Многие из вас видели, встречали ее работы. Ее работы можно сейчас везде увидеть, в магазинах, в частности, на коробках конфет, на открытках и подарочных пакетах. Это действительно такие милые картины, которые многим понравились. Изображения этих картин, эти замечательные пупсы, у нее такой свой стиль оригинальный. И в эти картины просто невозможно не влюбиться, от них веет просто каким-то теплом, добром и, естественно, любовью. Вот и я решила попробовать свои силы и повторить ее картины. Также я хочу провести, вернее, я уже запустила лотерею ко дню 8 марта, к празднику женскому, и разыграть вот такую замечательную картину, называется «Счастье». Все условия участие в лотерее я оставлю в описании под этим видео. Такую же лотерею я проводила ко дню влюбленных 14 февралю. И было у нас два победителя и две картины с коробками конфет тоже от Гапчинской. Я отправила победителям ко дню влюбленных. И мне отписались наши получатели приза, что им безумно понравилась и картина, и конфеты очень вкусные, и все просто, просто люди в восторге. И это очень-очень радует. Вот решила ко дню 8 марта тоже провести такую замечательную лотерею, где может участвовать абсолютно каждый, приобретать билетики в любом количестве. Как что сделать, вы все прочитаете в описании под видео. Итак, приступим. Сейчас я буду показывать вам, какие картины я нарисовала. Вот это «Счастье». Прелестная картина. Все картины у меня холст на подрамнике. То есть рамочка, в рамочку можно ставить уже по желанию, но... Как видите, тут можно и так как бы просто повесить вот такой красивый бантик. Вот, и повесить уже без рамки, я думаю, прелестно будет смотреться и без рамки. Ну, рамочка по желанию. Вот такая прелесть будет участвовать в лотерее. Также есть такая вот картина. Вот, «Запиши мой поцелуй к себе сердце». Похожая меньшая картина была разыграна в прошлый раз. Это уже чуть больше. Так, следующая картина. «Моя любовь нежная, как зефирка». Вот такая вот нежнятинка, такая прелесть. Ну, очень мило, очень мило. Им нравится, что они получаются, картины такие яркие, сочные и милые, такие милые. Вот, любовь это. И там можете дофантазировать. Любовь это, видите, пара в поцелуе просто аж парит. То есть это то, что отрывает от земли. Такая красота. И вот такая вот картина, тоже нежная. Я тебя поймал, ты моя. Такая вот красота. И еще, дорогие друзья, так как в лотерее, естественно, только один будет победитель, но у меня есть также для вас хорошая новость. Картины действительно прекрасные, они
естественно, не такие как, дорогие, как оригинал, не по 100 тысяч гривен и не по 180 тысяч в долларах, это где-то, ну, до 10 тысяч долларов ее стоит одна картина, чтобы вы понимали. Вот, такие картины под заказ 1000 гривен. Но для тех, кто участвует в лотерее, действует значительная скидка. И такая картина будет примерно стоить 800 гривен для вас, для тех, кто участвует в лотерее и не победил, но хочет приобрести картину. Так что пользуйтесь случаем, участвуйте в лотерее, выигрывайте и приобретайте картины. Всем желаю удачи и, естественно, любви большой. И с наступающим женским днем, 8 марта, дорогие вас, женщины. Всех люблю, целую. Пока-пока.